Приветствую вас, дорогие фанаты Final Fantasy, а также подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Диаморф, и мы продолжаем проходить эту замечательную игру Final Fantasy 12. В прошлой серии мы убили одного из монстров, которые нам давали охоту на лошадь Иксион. И, в принципе, сейчас мы пришли в Герувега, а именно в кристалл, в котором мы должны найти ультиму. Это у нас Эспер, предпоследний, довольно-таки опасный для нас, может быть. Честно говоря, не уверен в своих силах, но давайте хоть попробуем его убить. Я думаю, что мы не зря сюда пришли и вернемся с победой. Честно говоря, сейчас я думаю, что мы и прокачаемся, то есть поднимем как-никак свой уровень, и, в принципе, убьем ультиму, будем в плюсах вообще. Так, нам нужно найти, то есть нам нужно так идти поверху. То есть, насколько вы помните, тут была охота у нас на одного мага, который нас чуть не убил. Вот, но мы его уже давным-давно убили. И тут, кстати, была у нас битва с одним боссом по сюжетной линии, насколько вы помните. То есть тут у нас было много всяких нежданностей, и которые нам оставили воспоминания. Так, сейчас мы... довольно-таки своеобразная локация, Герувега, и, в принципе, вот этот кристалл, в котором мы сейчас будем находиться. То есть обе локации, они своеобразные. Так, сейчас я немного подгляну, с вашего позволения, в прохождение, и мы продолжим. Так, то есть... мы сейчас находимся в Апрама Викари. Вот. Как, собственно, пишется прохождение, мы начинаем в этой подлокации и должны идти вверх. Скорпио Гейтстоун нужно обследовать. То есть тут у нас подробные карты мы не увидим. Скорпио Грейдстоун. То есть, а как вверх понимать? То есть тут вверх. И тут вверх. Или тут низ? А, нет, тут низ. Значит, нам наверх. Локация тоже своеобразная. Вот эта музыка, которая играет на фоне. Раньше у меня была на интро Final Fantasy. Просто я почему не ставлю интро, потому что, ребят, это рейтинг, то есть рендеринг, это время, и сейчас у меня подходящая программа для записи 1080p, Open Broadcast Software. Так, тут, там кто-то идет, да? Что-то бомбы. А, то есть никакой опасности они не представляют для нас. Так, Скорпио Гейтстоун. Да, действительно, это... Гейтстоун 1x, это 8. Возвращаемся, и пойди, как мы должны коснуться Грейстоун 1x9. Сейчас посмотрим. То есть это дорога назад, это Грейстоун какой,
В1, 1, 1, 1. Так, 6, 7, 8. Значит, здесь должен быть 9, по идее, как ли. Или он не здесь вовсе. А, то есть эта дорога была открыта. Если она была открыта, это было закрыто, значит, нам еще сюда надо. То есть довольно-таки локация своеобразная, можно запутаться. В своем роде эта локация, ну, единственная локация, похожая на лабиринт Final Fantasy 12. То есть таких локаций нету, можно сказать. Ну, Фарас Ридара, она, вот, в принципе, похожа тоже на лабиринт. Но там чисто лифты, как бы, она идет. То есть этот самый маяк. Главное быть осторожен, потому что вот так вот раз-два и наткнемся, не дай бог, на ультиму. Такой внезапно. Честно говоря, я не знаю, что там у нее какой-то эффект будет по-любому. Там, может, не юзание магии, как вот было, или еще что-нибудь. Да, это... Броид, Дрифтипец и... Наверное, не... Амброид Типец, это ж у нас для двойного опыта или как? Да. То есть бомба. Бомба здесь. Да, мы по сути находимся в кристалле гиганте, можно так сказать. Что у нас? Это Вейстон 20-й? Нет. 20-й, по-моему, нам не нужен. Нам нужно гейт, да? То есть идея... Верю, или не верю? По любой... Тарушки... Сагитириус какой-то. Гейт, надо искать. Да. Без подглядывания прохождений довольно-таки сложно для меня пройти. То есть, если тут еще и монстры будут посильнее, то... Мам-бомб. Да, вот эти монстры посильнее. И очень плохие новости, они могут взрываться вообще. Да. Нам все-таки в этом деле, думаю, поможет наш специалист по дамагу Ван. Потому что, ну, немного тут потно придется нам. Балфера можно исключить пока что, пока пускай Пенелла тоже побегает. Оптимальный вариант. Так, то есть мы с оттуда пришли, мы пришли с оттуда. Хорошо, что тут дорожки видны, то есть как следы. Начинаем сюда. Скиллиус Гейт, или как она там называется, то есть мы должны до него дойти. Да, вот он. Коснуться я непосредственно его. Они просто вот разбегаются. Получается такое, что бомбы взрываются. Да, по 1080, ну конечно, 1800 дамаг, конечно, большой. И приходится лечиться. Я думаю, эспер тут сильный, очень сильный будет. Честно говоря, ссыкот надо дойти, но что поделаешь. Гейт таймер. Так, нам нужно срочно бежать. То есть минута осталась. Впервые за игру таймер.
Можно пробежать, а можно... Можно было их пробежать, в принципе. Не тратить время на них. Так, ну что? Гейтаймер. Ага. Стоп, 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 стоп. Что-то я тут чую не так. Так, сейчас. Теперь надо возвращаться обратно и открывать. Блин, тут Waystone X11, то есть 12-й. А я, получается, как-то вернулся. Офигеть. То есть явно не так. Явно не так. Печалька. Не, печально будет то, что я тут, если пробегаю, тупо пробегаю. Это не должно быть. То есть я опять вернулся, да, вроде как? Я тупо по кругу хожу. Кстати, меч новый у панела. Красный. Ну тут повернулись. Плохо, что карты нету, конечно. Это усложняет в войне процесс. Так, то есть туда бежишь. Здесь что? А. А почему он был закрыт? Или он был открыт? Не, он не был открыт. Я помню, что два. Блин. Так. Так, так, если мы отсюда. Понятно, понятно. Сейчас все будет. Будет. Где он? То есть мы возвращаемся этой дорогой. Сейчас дергаем за рычаг, возвращаемся этой дорогой. Фу, главное, чтобы не перепутать, куда бежать. Потому что я немного вот перепутался, и, блин, точно не знал, куда. Прокачаемся, чуваки. Короче, давайте мы просто будем игнорить их. Сейчас побежим и тут проигнорим. На чем мы потратим время?
образом. Бежать так, так, давайте так, ближе. Как-нибудь. Так, вы меня не видели, я вас тоже. Нет, что-то не то получается, знаете. Надо было натронуться. Все ясно. Подождите, сейчас. Одну минутку, звонок другу на сайт. Так. Ага. Так, то есть. И сингл. Вот этот второй. Открываем. Там можно было, в принципе, справиться с бомбами. Мы же тогда успели, просто я не понял. Блин, все было закрыто. Добежай. Ну это сделано для того, чтобы игрок не путался. То есть сам открывал барьер. Видимо, так оно и сделано. Waystone 12. 12-я часть, 12-й камень. Все сходится. Да, это, по-моему, этап только первый был, да? Да, тут написано первый этаж, типа. По дороге наверх будет Лео Гейт. Сходим к воротам позже. Так, то есть не все, нам нужно наверх, или стоп, на низ, наверх, да, нам нужно наверх, потом на низ, по-моему. Блин, ну ладно, посмотрим. А, не, все, точнее, неправильно. Надо вниз. Блин, а потом к ним позже, короче, сходим. Ай, то наверх, то на низ. Ну, запутаться, ну, как нефиг делать. Как два пальца, одна спасла. А если тут еще и не будет кристалла золотого? Да хотя будет, должен быть кристалл перед Эспером, по-любому, железно должен быть кристалл. Так, вот это вот я не приветствую. Знакомства такие. Я с мертвыми не знакомлюсь. Блин, да как он... Да блин, я вот как говорил вот в прошлой серии, он мне да задолбал. У лошади был блин. Так она не бегала от меня. Этот бегает, блин. Ладно, дебилой, с тобой мы потом поговорим. Кстати, он еще восстановился, что ли? Гад. Очень подло. А их тут, оказывается, дофига. Каждый крепит своего. Так. Хорошо дают, можно подкачаться. И главное, знаете, вот именно они по уровню идут. Именно такие, которые нужно. Как не стыдно троим девушку. Давай, дико мечу. А, гляньте, они типа это... Превращаются в двоих. Дублируются, типа, чеклонируются.
Ладно, все с ними ясно. Подкачаться тут, естественно, можно. Хорошее место для прокачки, более чем. Так, ну давайте Франц прячем, аж выходит. И потом баш. Когда вам прокачается. Кого они там опять увидели? Бедный монстр, загнали его. Видите, я магию кастую такую, когда дублирую. Чин набить можно, вообще классно. Так, что у нас здесь? О, что-то новенькое. Это я тоже не видел. Шадонир. А ну Шадонир. На 200, на 2000 так будет. Нормальная лошадка такая. Ничего не скажешь. Все время хочется глянуть на карту. Я вот привык смотреть на карту все время, как турист в каком-то чужом городе. Но я понимаю то, что тут нет карты. Да, парни. Это вы слабенькие. Кастуй панелу Берсерка, погнали. Отлично, с первого раза. Завелась. Так, это вообще мы куда пришли? Ты нам не интересен. И вы тоже. Один джил? Что такое? What? Что это? Мы вообще куда пришли? Экскалибер вообще можно вот здесь. Поспрашивайте опять. А, прикольно. Экскалибур, он вроде как находится, находился в этом. Блин, я ничего не пойму. Вот мы добрались до Шадонир. Вероятностью 20% появляется сундук, поэтому я ничего не потерял. А, то есть какой-то сундук мы открыли, да? Вот этот, по-моему. И с вероятностью 20% появится сундук, еще один. И в нем будет меч Экскалибур. Фух, просто я что-то прогнал вроде как, или не туда пришел. Что-то хрен. Так, там ничего нету, ну ладно. А где он появится? Может, дорожку пропустил? Просто тут как-то запутано. Тут идите туда, идите туда. Блин. А, во. Вроде оно. Один джил. Может, там? В том сундуке. Хотя, навряд ли, хрен. По-моему, назад идем. Да, это, по-моему, назад, потому что мы спускались.
спускались. Так. Я не знаю, блин, ну все так запутано, все так одинаково. То ли я отсюда пришел. Давайте еще раз проверим, там появился сундук или нет. Я просто не могу понять, как он должен появиться. Он опять же на том месте должен появиться, или он как появиться должен. И мне нужно 100 раз перезаходить на эту подлокацию, чтобы он появился. Что нужно сделать? Ладно. Хрен с ним, с этим мечом, если что, через редактор его сделаем. Называется «Сделай сам». Разветвление тут, как бы идешь, все время куда-то поднимаясь, потом спускаясь. И вроде как здесь был. Блин. Действительно можно запутаться вообще. Мне по сути сильно интересует меч. Кстати, блин, я так его хочу. Но именно так хотел. Так, мы возвращаемся. Все-таки мы возвращаемся, парни. Ну там написано с вероятностью 20%. Это вообще мало. То есть может появиться, а может не появиться. Поэтому. Как бы печалька однозначно выходит. Просто мне вам хотелось показать то, что меч. Так, значит, с оттуда мы вернулись, сюда мы должны идти. Сказано, типа. И опять рано. То есть, да, тут написано, что с вероятностью 20% в том же самом месте может появиться Экскалибур. Вот. То есть, а что для этого нужно сделать? То есть, может перезаходить на локацию? Хрен его знает. Или как он появляется? Может он появляется сразу? Может ты взял один сундук и раз второй появился? Хрен его знает. Ладно. Опять проверим, если нет, то все, я забью на этот сундук, мы не будем тратить время и... Значит, сегодня не мой день. А не, Лянди есть.
Есть. Так, сейчас посмотрим. Так, а ну, кыш отсюда. Лошадь. Кыш. Надо просто было подойти поближе. Поближе надо было подойти и... Это было окей. Блин. Так. Ну что, открываем, рискнем. Да, блин, хватит кастовать на себя. Чуваки, ну остановитесь, дайте открыть сундук, а. Все. Сейдж Шаринг. Экскалибур. Есть! Есть, чуваки! Мало того, что я получил какое-то кольцо. Сейчас посмотрим. Сейдж Шаринг. Абсорба. Абсорба. Редус МП кост бай хап. Вот, мало того, что мы получили какой-то ринг, мы получили экскалибур, экскалибур. 128. Отлично. Так, а чё, я не понял, у панела не прокачана лицензии. А ну-ка, сейчас мы этого исправим, быстро исправим. О, эспер. А, эспер, которого мы никому не турнули. Ну, пускай будет у панела. Так, сегодня её день. Сегодня её день. Зодиак СП. А не, этот экскалибур. Сейчас мы посмотрим, где он именно. О, Торн Сол. Я вам когда-то рассказывал. Его очень сложно получить. Вот, экскалибур. Вообще зашибательский, зашибательский. Я сегодня думал, блин, не мой день. Ё-моё, встал не с той ноги, блин. Нифига подобного. Все окей. Так. Экскалибур. Посмотреть бы на меч. Она в берсерке. Ну ладно. Так, ну что, парни. Собственно, летсплей подходит к нашему концу. С вами был Игорь Геоморф. Играйте и выигрывайте. Экскалибур мы нашли. В принципе, нашли мало того, какое-то кольцо. Вот. Всем удачного дня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.